про рост. Как-то раз у Эфа перегорела лампочка. Привет, Эф! О, хочешь лампочку поменять? Осторожно, Эф, не упади! Давай помогу! Ровнее, Эф, не качайся! Ну, вытянись еще немножко, уже почти! Ой! Ты как, не ушибся? Так-так-так, чего-то нам не хватает. Нам не хватает роста, нам нужно срочно подрасти. Скорее, Эф, поищем, у кого можно этому научиться. Ой, где это мы? Катя, на баскетбольной площадке. Когда здесь играют в баскетбол, лучше стоять где-нибудь в стороне. Круглое. Осторожно, Эф! Когда космонавты оказываются в состоянии невесомости, они летают как пушинки. Ведь ничто не прижимает их к полу. Поэтому в невесомости космонавты подрастают на несколько сантиметров. Космонавт в невесомости. Прирост роста. Эф, смотри, какой милый зверь! Познакомьтесь, это панда или бамбуковый медведь. Нетрудно догадаться, что этот мишка предпочитает на обед. Ежедневно панда съедает очень много бамбука. Хорошо, что за это время успевает вырасти новый бамбук. Бамбук – самое быстро растущее растение на нашей планете. За сутки молодой бамбук может прибавить к своему росту целый метр. Бамбук. Вот такая скорость роста меня устроит. Только не хочется прирастать к одному месту. Хочется прыгать, бегать, путешествовать, побывать в каждом уголке мира. Давай еще поищем. Ого, красота! В этом уголке мира мы точно еще не были. Это наш дом. Галактика Млечный Путь. Из огромного множества различных галактик состоит вся наша Вселенная. Вот это да! Столько галактик и все такие красивые! Эф, мы обязательно должны побывать в каждой из них. Кругая. Эй, галактики, куда вы разлетаетесь? Не пугайтесь, мы с Эфом воспитанные путешественники. Галактики, образующие нашу Вселенную, постоянно разлетаются. Ученые называют это расширением Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Мир вокруг нас все время изменяется. Движется, преобразуется, растет. Растем мы сами, растут растения, горы, звезды и галактики. Но быстрее всего в мире растет наша Вселенная. Уже перебор. К тому же непонятно, куда здесь вкручивать лампочку. Полетели домой, Эф. Да, Эф, любую работу лучше доверить профессионалу. А нам с тобой можно не торопиться расти. Ведь станешь взрослым, обратно не вырастешь. Эф, лови! Давай, давай!
Мыльная история. Однажды Эф надувал круглое. Еще пару шаров, Эф. Пожалуйста. Недолет и перелет. Эф, еще шар. Круглое? Так мы никогда все кегли не собьем. Нужно больше мыла. Добро пожаловать в Древний Китай. О, круглое. Эв, эти шарики получше твоих мыльных. Катя, эти шарики тоже сделаны из мыла. В Древнем Китае придумали делать мыло из стручков дерева гледичи. Стручки измельчали, скатывали в шарики и добавляли благовония. Такие мыльные шарики отлично пенились и хорошо удаляли грязь и пятна. А еще неплохо катались. Гледичи. Круглое. Да, так мы до дома его точно не донесем. Нужно мыло подолговечнее. Может, еще в какой-нибудь древней стране побываем? Ну вот, не падай уже. Эп, подтолкни меня. Катя, Эп, вы попали в Древнюю Грецию. Это знаменитый мыльный остров. Вся земля здесь – настоящее природное мыло. Жители острова используют ее для стирки, мытья и даже как целебное средство. Очень удобно. Мыльный остров. Ну что, Эд, намылился? Отправляемся дальше. Мыльная ведьма! Эв, сейчас она превратит нас в лягушек. Круглое. Ну вот, попал под действие чар. Эв, очнись, прием! Кать, это не злая ведьма, а знаменитая артистка, мастер мыльных пузырей. Она не превратит вас в лягушек, но ее представление – настоящее волшебство. Зачаруют любого. Красота! И вся эта красота из обычного мыла. Мыло известно людям с древних времен. От воды оно пенится и отлично удаляет грязь и пятна. Мыло бывает твердым и жидким. Каких только ароматов и цветов не бывает. Выбирай на любой вкус и мойся на здоровье. А еще мыло – это очень весело. И с ним можно устраивать пенные вечеринки. Кажется, мы засиделись. Пора домой. Нас ждет турнир. Эв, все готово? Отлично! Начинаем мыльные игры. Йо-ху! Thank you.
Забавные насекомые. Однажды Эф изучал насекомых. С насекомыми. Может быть, притворимся цветами? А я, кажется, знаю. Получилось, Эф! Смотри, какое все большое! А мы теперь маленькие, как пчелки или муравьи. Пойдем познакомимся с кем-нибудь. Вот это да! Первый раз вижу кусочек торта, которым я точно наемся. Эф, смотри, это же наша бабочка. Ногами на торт? Это уже слишком. Прояви уважение к десерту. Катя, у бабочек вкусовые рецепторы находятся на лапках. И почувствовать вкус они могут только так. Бабочки чувствуют вкус лапками. Эй, красавица, оставь нам кусочек. Ну, хоть крошечку. Ты посмотри, Эф, какая обжора. Ничего не оставила. А это что за толпа? Эф, пойдем тоже толпиться. Стоп! Мы еще не настолько насекомые, чтобы ходить по стенам. Интересно, что здесь будет? Эф, кажется, мы на гонках. Не знала, что стрекозы бывают гоночные. Стрекозы – настоящие спринтеры. Они самые быстрые насекомые на планете и могут разгоняться до 100 километров в час. Круглое. Ой, тут, кажется, одному зрителю плохо. У него сейчас голова оторвется. Кать, это богомол. Единственное в мире насекомое, которое умеет крутить головой по кругу и видеть, что происходит со всех сторон. Богомол умеет поворачивать голову на 360 градусов. Давай, зеленые! Да! Даже не знаю, что мне понравилось больше. Гонка или богомол, который видит все вокруг, прямо как наша учительница. Они что, все из разных районов? То есть муравейников? Муравьи ищут самый быстрый путь к муравейнику, Катя. Они прокладывают несколько маршрутов, а потом выбирают самый короткий для постоянного использования. Этот путь называют муравьиным алгоритмом. Муравьиный алгоритм. Ага, соревнования! Давай тоже разделимся, Эф, и увидим, кто придет быстрее. Оп-оп! Ой! Ой, нет, спасибо. Я тут друга подожду. Эф, ну что ты так долго? Видел что-нибудь интересное? Да, Эф, теперь мы с тобой настоящие насекомоведы. В мире существует несколько миллионов видов насекомых, известных науке. А неизвестных еще больше. Их изучает наука энтомология и ученые-энтомологи. Ну-ка, Эф. Найди что-нибудь вкусненькое лапками. Ха, круглая. Не зря ты провел день в мире насекомых.
Новогодние приключения. Однажды Катя и Эф встречали Новый год. Ха, круглые. Ёлку нарядила, гирлянду зажгла, стишок выучила, а подарков все нет. Эф, может, мы делаем что-то не так? Давай посмотрим, чем другие в Новый год занимаются. Так-так, что у нас тут? Фонарики, драконы. Эх, надо было сделать больше бумажных подделок. Чем так шуметь? Они же спугнут Деда Мороза вместе с подарками. Катя, это старинная китайская традиция. Местные жители верят, что шум в новогоднюю ночь отпугивает неприятности и оберегает от злых духов. В ход идут хлопушки, петарды, фейерверки и все, что попадется под руку. Китайский Новый год. А то из-за них у нас подарков нет. Давай шуметь как можно громче. Странно, но подарки так и не появились. Надо еще что-нибудь придумать. А здесь как-то подозрительно тихо. Круглое. Поняла. Это соревнование. У кого дома вещей больше? Нет, Катя, это не соревнование. В старину на юге Италии была традиция под Новый год выбрасывать из окон старые вещи. Люди верили, что, избавляясь от ненужного, станут счастливее. Итальянский Новый год. Значит, и нам надо что-нибудь выкинуть. Эф, что у тебя есть ненужного? Бросай скорее. Круглая. Ну, пожалуйста, Эф. Ради подарков. Эх, не сработало. Надо поискать что-то другое. Ух ты, Эф. Вот это праздник! Высший пилотаж! О, круглая. Ничего себе! Сколько Дедов Морозов! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Целых 11! Но кто же из них настоящий? Стойте! Куда вы? А как же подарки? Катя, не волнуйся, всему свое время. В твоем городе праздник еще не наступил. Дело в том, что в России 11 часовых поясов, а значит, Новый год отмечают 11 раз. Первыми празднуют жители Дальнего Востока, затем сибиряки и так далее, пока полночь не пробьет в Калининграде. Российский Новый год. Твой дом! Придется прыгать, иначе Новый год наступит без нас! Надевай скорее парашют! Кто же в гости к нам идет? Это праздник Новый год! Спасибо, Дедушка Мороз! Эф, теперь ты! Круглые. Молодец, Эф! Ура! С Новым годом!
вперед в прошлое. Однажды Эф ничего не делал. Привет, Эф! Ничего не делаешь? Отличное занятие! Давай вместе! Без приключений. Нужно все срочно исправить. Куда угодно дверь. Ну, и где это мы? Кажется, вы попали в прошлое. Какое еще прошлое? В пятницу, что ли? Нет, Катя. Вы в Древнем Египте. Это одна из самых первых цивилизаций на планете. Загадочный мир пирамид, сфинксов, мумий и фараонов. В Древнем Египте была своя архитектура и письменность. Были развиты наука, искусство и медицина. Древний Египет. Какой милый скорпиончик! Надеюсь, он не заболел? Катя, скорпион проверяет зрение. И хотя скорпионы имеют до 12 глаз, они очень плохо видят. Так-так-так. Глаз, птица, перышко, пирамида. Вот куда нам нужно попасть, Эф. Всегда мечтала увидеть пирамиды. Хотя ничего особенного. Высоко, треугольно. Папа говорит, что внутри пирамид бывают сокровища. Давай посмотрим, Эф. Только где же тут вход? О? Куда угодно дверь. О, круглая. Нет, Эф, это ловушка. Так-так-так. Нужно наступать на цвета по очереди. Красный, желтый, зеленый, синий. Красный, желтый, зеленый, синий. Молодец, Эф. А теперь сокровища. Это грабитель, Эф. Мы должны его остановить. Эй, а чужое брать нехорошо. Ой, а это еще кто? Это полиция. Первая полиция появилась именно в Древнем Египте. А помогали древним полицейским дрессированные собаки и обезьяны. Первая полиция. Эф, что нужно сказать? Круглое. Как же здесь жарко, Эф! Так пить хочется. Где же тут кран откручивается? О, круглая. Это питьевой автомат, Катя. Первые в мире питьевые автоматы появились тоже здесь, в Египте. Питьевой автомат. Работает! Вот это я понимаю! Цивилизация! А шоколадок в этом автомате нет? Тогда домой, за десертом. Чтобы добраться до сокровищ, нужно не задеть ни одну из нитей, Эф. Вперед! О!